Компактная стационарная аудиосистема с питанием по USB, модулем Bluetooth и функцией воспроизведения музыки с карт памяти. В этом видео мы распакуем колонки JMNG OK450. Аудиосистема поставляется в относительно крупной картонной упаковке. Комплект поставки включает центральную панель, два сателлита и руководство пользователя. Сначала посмотрим на центральную панель. По сути, это сабвуфер со встроенным усилителем и электронной начинкой. За металлической сеткой прячется низкочастотный динамик диаметром 64 мм и мощностью 5 Вт. Справа вынесены регуляторы громкости и тембров низких и высоких частот, а также набор кнопок управления. На задней панели расположен слот для карт памяти с записанными на них треками, USB-порт для подключения сателлитов, а также несъемный кабель с коннекторами AUX и USB. Внешние размеры сабвуфера составляют 23 на 9 на 9 см. Теперь посмотрим на сателлиты. Каждый имеет размеры 12 на 8 на 7 см, а общий вес аудиосистемы составляет около 1 кг. В сателлитах установлены широкополосные динамики диаметром 51 мм и мощностью 5 Вт. Дизайн выдержан в том же стиле, что и сабвуфер. Передняя часть прикрыта металлической сеткой. В остальном же корпус выполнен исключительно из пластика. Что касается звучания, то выходная мощность составляет 15 Вт. Диапазон воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 кГц, а соотношение сигнал-шум не менее 65 дБ. Наконец, что касается функционала, то помимо подключения по AUX, аудиосистему также можно подключить по Bluetooth. А еще аудиосистема умеет воспроизводить аудиофайлы с карт памяти, что позволяет использовать ее как самостоятельное устройство.